Всем привет, дорогие друзья! Ну что ж, продолжаем с вами проходить игру Dino Bash, и мы остановились с вами на 96 уровне. Так что будем разбираться. У меня Тирексик поднял себе уровень, так же как и Ледышка. И еще один уровень я поднял, кстати, своим вот этим вот валунам. Я их хочу взять. Ну что ж, посмотрим, как у нас пойдет дело. Все-таки мы улучшились, немножко укрепились. И надеюсь, на этот раз мы пройдем с вами этот этап. Так, давайте сразу яблоню будем улучшать. И заодно посмотрим, как у нас будут работать вот эти вот два валуна в паре. А ну-ка, предположим, бегут орлы. Вот таким вот образом это все дело у нас происходит. Так, где-то там, ребят, бомжиха кричит. А, вот она. Явилась, как говорится, не запылилась. Давайте вызовем динозавриков. Слушайте, ну, валун все-таки еще не особо сильно прокачан, поэтому урон, ну, не особо сильный, но шамана валим с одного удара, и это уже хорошо. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой, бегут орлы. Может их взорвать здесь, а? Как вы думаете? Хе, всех. Вот. В одну кучу. Так, и валуны бросим. Давай еще одного динозаврика призовем. Нам кто здесь портит жизнь? Конечно же, катапульта. Поэтому нужно, ребята, быть предельно аккуратным и не позволять ей разбомбить моих динозавриков, скажем так. А если я вот так сделаю? Что ты на это скажешь? Ой-ой-ой-ой-ой, ребята. Валуны, да еще какие косые. Нет слов у меня просто-напросто. Так, давайте вот здесь вот прижимать их всех. Там яйцо никто не бьет, надеюсь, а то я тут расслабляюсь. Так, улучшаем яблоню. Слушай, можно, в принципе, вот здесь вот просто не давать им шанса выйти вот из этой пещеры. Согласитесь, довольно неплохо получается, но все равно, ребята, динозавриков они моих оттесняют. Да еще и шаман здесь хилящий. Ладно, как-нибудь продержимся, я надеюсь. О, то, что нужно. Так, кто у нас тут? Обычный, да, выбегает? Ладно. Мы его заморозили. Кстати, вы заметили, что когда он замороженный, у него факел тоже тухнет. И это хорошо. Вот они, орлы. Явились, не запылились. А все-таки сказывается мощь динозаврика, когда он прокачан. Вы заметили? Это явно видно, что он стал живучий. Ну и, соответственно, наносит хороший урон. Вот насчет валуна, конечно, вот этого, я немножко сомневаюсь. Может быть, мне взять одиночный? Он у меня прокачан лучше. Так, шаман, тебе здесь не рады. Давай-давай-давай, динозаврики мои, бомбим, бомбим их. Нельзя давать им, чтобы они прошли. Иначе они тут раздухарятся. Так, воу, нифига себе, бумкнуло-то как здорово. Так, опять шаман идет. Ну давай-давай-давай, иди сюда, шаманчик. Сейчас мы тебя валунами-то как раз и накроем. Получится, нет, как думаете? Ну-ка. Фу-ху. Один сюда сбросил, другой туда. Ну, в принципе, это хорошо. Он не в одну точку сбрасывает валуны. Так, давай-ка, давай-ка. Давай заморозим, наверное, этого охламона. И еще и траванем до кучи. Слушай, неужели мы прошли с вами этот уровень? Хи. Мне показалось, что-то как-то мы легко. Ну что, давайте, наверное, монетки с вами еще, да, заработаем. Ну что же, в данный момент у меня 30 тысяч денег. Давайте посмотрим, могу ли я что-нибудь улучшить. Мне нужно снарядик. Глыба, сколько ты стоишь? Угу, 38 тысяч. Это будет у нее уровень 4, я так понимаю. Ладно, мы, наверное, еще один бой с вами попробуем пройти. Надеюсь, удачно все будет. Кстати, вот, ребят, что я хотел вам сказать. Смотрите, у меня получается какая штука по снарядам. Вот у меня двойной снаряд, да? Общая суммарная масса атаки получается 1129 с двух валунов. А одиночный валун у меня бьет на 1600. Вот я сижу и думаю, стоит ли мне брать вот этот одиночный или все-таки оставить двойной. Двойной мы сами видели, да? Он может бить в двух разных точках. То есть, соответственно, наносить больше урона. Хоть урон и маленький. Вот интересно ваше мнение, ребят, напишите мне в комментах, что лучше, два валуна или все-таки один? Нет, ну конечно, когда у нас будут они прокачаны по максимуму, то два валуна будет лучше, чем один. Но вот в данный момент у меня одиночный валун сильнее получается по атаке.
Так, ну что же, давайте, ну, вначале, как всегда, яблоню. Бросаем два валунчика. Так, мы, наверное, не будем пока, да, на бомжиху на одну что-то тут тратить. Вот когда их будет тут куча, тогда можно. Вот, это совсем другой разговор. Так, травим ее. Мне нужно призвать ледышку. Что такое-то? Ледышка, давай, выходи. Вот, вы видели, да, как работают два валуна в паре. Отлично, просто бомбят. Так, ну что, есть желание, ребят, вот сюда вот бросить ледяную бомбу. Ух ты! Два шамана, нафиг вы здесь мне нужны? Стоят, хилят. Ну-ка, бомбаните их. Ай-яй-яй-яй-яй-яй, неудачненько получилось как-то. Давай, ребятулечки, сейчас я этого охламона здесь подобью, который бежит. Вот он у нас тут ныкается. Так, траванули маленько. Давай еще два валуна сюда бросим. И еще раз траванем. Слушай, я думаю, он уже здесь ничего не сделает. Сюда ледяную бомбу. Так, динозавра вызываем. Ой-ой-ой-ой, что-то не так. Что-то пошло не так, ребят, как всегда. Где мои динозавры? Где все? Ну-ка, давай-ка сюда валуны бросим. И два динозаврика уже идут, это хорошо. Это просто замечательно. Соответственно, мы травим вот этих вот копейщиков. Надо сразу уничтожить нам. Давайте их травить. Ага, шаман еще бежит. Вот так мы это сделаем. Ой, ребята, копейщики, их нужно уничтожать. В первую очередь. И шаманов, и копейщиков. Во, совсем другой разговор. Так, по яблокам у нас пока не очень все хорошо. Не очень. Так, ладно. Куда вы двигаетесь? Куда вы бежите? Вот это я понимаю. Рэмбо сделал свое дело. Опять этот аглоед бежит, а? Маскировочник. Я попал. Я не попал по нему. Ой-ой-ой-ой-ой. Ну-ка, давай-ка его травить быстренько. Мне он тут не нужен. Все, хорошо получилось. И здесь, как мы видим, целая куча всяких врагов. И катапульта. Ё-моё, я только увидел, ребят, катапульта, собственно, персона здесь появилась. Вот это незадача. Есть! Бомбанули мы ее довольно быстро. Еще, по-моему, да? Нет? Мне показалось, что там что-то катится на колесиках. Думал, что это катапульта, но нет. Не катапульта, и слава богу. Так, давай иди сюда. Ха-ха, попал под двойной валун этот, который маскируется-то у нас. Маскировщик. Яблоньку свою улучшаем. Опс, опс, я понял, 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 что еще одна катапульта здесь появилась. Так, а ты-то куда собрался? Эй, партизан. Ну-ка, ребята, бомбим его. Блин, мне нужно уничтожить катапульту. Что ж тут происходит, а? Так, ну-ка попробуем вот так сделать. Да давайте этих бомжей всех валите. Бомжих вот этих вот. Ой-ой-ой-ой-ой, смотри, ребят. Они очень быстро к нам подбираются. И это все из-за вот этой катапульты. Да, кажется, что странным, но на самом деле ничего странного нету. Так, давай вот этих вот сюда бомбанем. Ёлки-ты-палки, ты посмотри, сколько их здесь идет. Ребят, сколько их здесь... Что там у нас, заморозка? Выпала заморозка, это хорошо. Но мне-то нужно катапульту уничтожить, блин, ребят. Ай-яй-яй-яй-яй, как же быть? Давай попробуем вот так сделать. Вот эти вот бомжихи, которые без брони, это сосунки для нас. Вот что для меня предоставляет большую угрозу. Это катапульта, остальное все ерунда. Замораживаем. Слушай, хорошо получается. Неужели мы сейчас катапульту так разнесем, а? С помощью динозавров. Ну-ка. Вот так бы давно. Фу, ребят, ну я вам скажу одно, что очень напряженная была миссия у меня. Нифига нам денег надавали. Да еще сейчас бонусом получим. Ну что, друзья мои, у меня 56 тысяч голды, поэтому можно что-то улучшить. Я даже хочу глянуть на динозавриков. Может быть, кого-то из них можно еще проапать.
Можно ледышку, кстати. Хм, заманчиво. Или же все-таки снаряд, а? У нас ядовитый полностью раскачанный. Вот, ледяная бомба. Но здесь нужно 67 тысяч. Поэтому давайте глыбу. Улучшаем ее. Вот, уже что-то около темы. Уже 1264 урона. А тут у нас на одиночке 1600. О, я представляю, когда две глыбы будут такие у нас по 1600 бомбить. Вот это будет классно. Ну что, 98 уровень. Давайте рискнем. А 8 у нас что-нибудь да получится. И там останется только лишь марш-бросок сделать. И мы с вами пройдем игру. Но я думаю, что вот эти вот последние миссии будут самые-самые жестокие. Самые мощные. Ну-ка. Сколько вас здесь, а? Куда снаряд-то ледяной улетел? Блин, зашибись, ребята. Я бросил снаряд, и он куда-то в никуда улетел. Ты посмотри, это что такое? Это что против меня идет? Это просто армада какая-то. Так, тут еще и угорелый. Тут еще у нас... Ага! Вот так даже, да? Ёлки-палки. Ребята, мне вот это совсем не нравится. Ой, как не нравится. Так, дай-ка я вот этих вот попробую подбить. Получилось вроде бы, да? Ты сдохнешь или нет? Молодец, отдуплился. Так, там еще у нас один бежит. Аглоедыш. Думает, я его не вижу, да? Я вижу тебя, прекрасно. Я уже, как говорится, не пропущу мимо себя никого. Так, бомжихи. Катапульта, что ли, едет? По-моему, такой звук был сейчас. Как будто бы выезжает катапульта. Но я не... Вон она, точно, ребята, выезжает. Выезжает катапульта у нас. Ладно, надо как-то, ребят, подготавливаться к этому делу и подбивать ее. Ой-ой-ой-ой-ой. Всех подбили, а ты посмотри. Всех уничтожают. Ну, я заметил, что динозаврики... Ой, динозаврики, что бомжи стали сильнее в разы. Потому что они уже так легко не пробиваются. Давай сюда вызовем Рэмбо. Валуны. Будем потихоньку травить. Так, у меня не хватает яблок. Ребят, яблок не хватает. Тут еще и кусты до кучи, а? Ну ты посмотри. Че же сделать-то нам? Давай вот так попробуем. Слушай, ну валун очень много наносит урону. Точнее, не валун, а вот катапульта, ребят. Сами видите, да? Тут еще эти с факелами. С веточками. Еще и с огненной веткой пришел, а? Аглоед. Так, здесь здоровья практически нет. Надо катапульту уничтожать. Чем быстрее мы ее уничтожим, тем лучше для нас. Яйцо уже рядом. Ой-ой-ой-ой-ой. Уже рядом. Сейчас, наверное, будет бомбить катапульта по яйцам. По яйцам так звучит, конечно. Ах ты, тут еще и этот. Ребята, маскировщик прибыл. Ну. Даже не попал. Фу ты. Ты посмотри, что происходит. Да сколько вас тут? Эй. Давай, 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 давай. Все из-за катапульты. Ребят, если я проиграю, то только из-за того, что не смог подбить вовремя катапульту. И почему-то очень мало мне достается яблок. Обычно их в изобилии падает, но не в этот раз. Слушай, да ты достал уже, а, катапульчик. Серьезно говорю, достал ты в корень. Тут еще и шаманы. Ну... Всем, кому не лень, короче, ребят, здесь прибыли. Все, сейчас, по-моему, разобьют яйцо. Эх, придется переигрывать. Ладно, ребята, я сдаюсь. В этот раз мне не повезло. Давайте вторую попыточку проведем. Абсолютно у меня тот же состав. Я ничего, ребят, не менял себе. Будем пытаться. Главное все-таки уничтожать катапульту. Вот что я заметил. Это в первую очередь нужно. Но как это сделать, когда на тебя там такая армада бежит, тоже не представляю, ребята, если честно. Да получите вы все. Орут здесь как сумасшедшие, а. Давай, давай, травить их. Ну, с этими мы легко, в принципе, должны справиться. Потому что они здесь без брони. А вот эти уже будут сильнее. Поэтому нужно их тоже травить.
Вай, двойные валуны, ледяшков. Всех-всех, кого только можем, надо, ребята, реализовывать. Бегут, да? Бегут. Бросаем ледяной валун. Этих, конечно же, будем троить. Ух ты, сколько яблок. Шикарно. Что он там делает? Яйцо, что ли, бьет уже? Нет. Но почти, почти подбежал. Так, ну что, яблоки у нас есть, это хорошо. Очень большая опять куча вот этих всяких чувачков, которые и бросают валуны, и копья, и ветки, и... Чего только здесь не хватает, ребят. Тут, по-моему, всего в изобилии. Всех врагов разных мастей. Слушай, вот ледяную бомбу надо немножко прокачать. Видите, не хватает немножко дамага, чтобы она могла убивать сразу же с одного удара. Остается немножко хп у врагов. Вот она, проблема-то в чем. Будем знать. Так, давай добивать. Смачно. Но маловато как-то, да? Опять нехватка с яйцами, ребят. Серьезно говорю, нехватка и все. Давай вот так вот сделаем. Блин, бомбит, а. Ой, как же мне ее уничтожить? Как же мне уничтожить эту катапульту, а? Я даже не знаю, ребят. Яйцо же бьют. Ой-ой-ой-ой-ой. Как же это я так пропустил-то? Опять, ребят, не увидел этого хламона. Да сдуплись ты уже. Серьезно, достал. В корень. Ну, опять все пошло не так, как надо. Опять эта катапульта бомбит. Опять меня, ребята, отвлекают вот эти вот паразиты, которые тут бегут. Но в тот раз я ее подбил. Понимаете? Давай, давай попробуем вот так сделать. Может быть, он все-таки высунется. Соизволит свое лицо показать и отдуплиться. Так, а этот-то куда бежит? Разогнался. Чиполлино. Так, бросаем бомбу. Замечательно. Яблочки я заберу все. И вызываем Рэмбо к нам на помощь. Эй-эй-эй-эй-эй, потише. Есть, неужели я ее подбил, а? Но я прекрасно знаю, что это не конец. Ледяшка, мне тебе жалко, сейчас тебя подобьют, к сожалению. Эх. Я буду по тебе скучать, ледяшка, ледышка. Так, хорошо, давай еще валун. Так, очень много, ребята, кустов. Очень много кустов, а значит там кто-то будет спрятанный. И еще одна катапульта. Явилась, блин, не запылилась. Вот я на второй катапульте, по-моему, как раз и проигрываю. Верно же? Да, ребята, именно на второй катапульте. Давай попробуем сделать вот так. А вот сюда мы бросим ледяную бомбу. Да что такое? Что... Ох ты, это же огненные. Ребята, это огненные, поэтому они довольно быстро. А ну-ка, если мы вот так сделаем. Ничего я от этого не выиграл абсолютно. Катапультик, ну-ка иди отсюда. Ни дождя метеоритного, ничего нету. Еще и последняя волна, она только сейчас появилась. А яйцо-то уже рядом. Давай вот так попробуем сделать. Так, валуны, валуны, давай быстрее валуны сюда бросим. Катапульта, успокойся. Фу, яиц не хватает. Вот чего-чего не хватает, так это яиц, ребят. Каких, блин, яиц? Яблок, я уже заговариваюсь. Я уже, ребята, нервничаю весь. И начинаю нести ерунду. Потому что, смотрите, победа почти близка уже. Почти близка и в то же время далека. Да-да-да. Ты посмотри, сколько здесь копеечек. Оу! Круто сейчас было. Фу, вот это было замечательно. Ребята, а возможно, мы с вами сейчас выиграем. Возможно, есть такой шанс. Вы посмотрите, что у нас происходит. Это была последняя волна. Катапульту я уничтожил. Динозавриков я вызываю. Здоровья у бомжик мало. Копеечки нам здесь не в указ. И ледяная бомба у меня готовится. Ну, давай, радость моя. Давай. Да неужели? Ну-ка, да, ребята. Ух. Я разволновался весь, серьезно говорю. Я такую дичь начал нести, что...
Сам же думаю, какие яйца, о чем я говорю. Конечно же, про яблоки надо было. Ну что, ребят, получаем еще дополнительные с вами монетки. Так, 59 тысяч у нас по монеткам. Что мы можем с вами улучшить? Давайте-ка посмотрим. Погоди, не надо. Кстати, мы можем... А давайте ледышку, наверное, улучшать будем. Потому что ледышка очень хорош, он сами видели. Наносит неплохой урон, да еще и при этом замораживает. А тех ребят, которые бегут с факелами, он их тушит. То есть это очень хороший динозаврик. Я даже не знаю, есть ли смысл, ребята, нам переходить на 99 уровень. Но я думаю, что мы с вами немножечко потерпим и сделаем уже в следующем выпуске. Как раз до него я, наверное, прокачаю себе ледышку. Может быть, еще немножко накоплю за рекламу монет и еще кого-нибудь прокачаю. Или валун, или динозаврика. Ну, а на этом я буду закругляться. Всем большое спасибо за просмотр и до новых скорых видосиков. Удачи вам! But did you know?